Так, ну-ка, ну-ка, еще раз. Я говорю, с Андреем работали час назад, говорю, дядь Валеры не хватает, кто анекдоты-то рассказывает? Анекдоты? Вся наша жизнь анекдот. Ну да, скучно. Ладно, потом отключу камеру и расскажу один. Ладно. Так, но я сейчас по серьезному поводу. Вот это вот, я ничего не путаю, я попал в лучший питомник России имени Железова. Когда помру, назовете это его имени Валерия Константиновича Железова, ладно? Вот, все-таки 40 лет практики, и вот результат. Вот они, персики. Вот я говорю не вам, когда-то вот я наклонился, взял саженец. Вот, Татьяна Александровна, ты знаешь, что когда-то вот с такой веточки, 20 сантиметров, началась новая эпоха персиков в России. Персик Хасанский, клон Железа, вот с такой веточки. Потом таких саженцев стало несколько, потом несколько сотен, и сейчас по всей России их тысячи. Вот. Ну, питомник наш, конечно, маловат для России, но все забили искусственные, чужие, чужеродные, южные, которые все помрут. Вот такая действительность. Так, поздороваться с шефом. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Сергей Валерьевич Железов. Значит, честно скажу, не подвел. Не подвел. Я сейчас... мне Чернобаев позавчера дал на реализацию еще косточки двух черешневых сортов. И путь, и остуженка. Так, вот. Тебе предложено было выращивать черешни. Почему ты отказался? Ну-ка. Отношения слишком долго ждать. Так, понятно. Это раз. И морозостойкость? Морозостойкость, конечно, средняя. Так, короче, смотри. Персики, путь этот уже прошли. То есть, значит, адаптация состоялась. Посмотри людям в глаза. Ты в каком году последний раз укрывал персики? Ну, вспомни. Лет, наверное. Больше 10. Больше 10. У нас осталась фотография. Вот, так, это значит, что, да, ты закончил этот самый колледж, у тебя профессия агроном. Сколько надо на адаптацию, если начинаем снова сорта с косточки? Ведь это все с косточки выращено. Очень много лет. Так. Ну, с косточки, ну, мы уже брали и прививали, то есть на свои подвои. Вот именно мы прививали. Это как бы процесс там... Ну, длительный, так скажем. Если брать мы прививаем на сибирские штамбовые вишни, морозостойкость от вишен передается генетическим путем, нет? Я сейчас говорю с профессионалом. У тебя диплом, у меня нет. У меня диплом металлурга. Скажи, пожалуйста. Официально нет. Так, а ты знаешь, что тебе после этого должна комиссия собраться? Постановить и отобрать диплом. А кому мы нужны? Что отбирать? Какой ты имеешь право говорить, что морозостойкость вегетативным путем передается? Мнение. Я ни на что не претендую. Вот эти вот, в средней полосе России. Не наступите на корни. Я погорячился. Эти в средней полосе России замерзнут? В средней полосе России? Нет. Я курю и неудобно разговариваю. А, курить вредно. Курить вредно. Ладно, короче, допрос окончен. Итак, это было интервью вот с одним из будущих классиков. Почему будущих? Потому что ты мало печатаешься. Вот. Надо как-то это исправлять. Когда-нибудь. Ну, пока я за тебя работаю в этом плане. Ой, так. Нет. Ты как Хасанский все туда положил?
Ну все, это минус. Три отдельные куда-то мы убрали. Три отдельно. Три привитые были. Татьяна Александровна, когда я вас возьму интервью? Скоро. Скоро? Ладно, хотя бы в двух словах. Сколько посылок получилось на осень? 120. Сколько? 120. Ой-ой-ой. Но это еще не окончательно. Еще будут заказы, да? Ну, все пытаются последний вагон. Ну, персики, да? Все, тю-тю. Есть несколько штук. Ну, несколько, это не серьезно. Вот. А как получается, что самая востребованная культура, самые морозостойкие в мире персики, вот они, именно у нас, клон Железова, а я им такое имя присвоил, что у нас их каждый год не хватает? Ну, так, не знаю, потому что сильно большой спрос на них. Люди по 5, по 8, по 10 штук заказывают. Все понятно. Вот так смотреть на осенние. На осенний питомник. Вот так он выглядит. Яркий красный. Угу. Ты, наверное, с ночевой, да? Нет, я в ночь на работу. А, в ночь на работу. Значит, у тебя работник никакой. А, Сережа, ты уезжаешь? Уезжаешь? Ну, я сейчас уеду. Понятно. Вчера не успели. Все понятно. Блин. Так. Что? Коробки где? В доме я хотел показать. Там. Ага, ну ладно, я еще. Вы достанете сегодня коробки? Конечно. Ну все, я потом доснимаю этот фильм. Все, давай, помаши рукой. И спокойно. Идет съемка. Все, давайте, пока. Вторая серия будет, когда достанут коробки и начнут паковать. Я хочу показать.